телекомпании Ников представляет. А ты, короче, увидишь то, что у тебя... Кто это сделал? Вот ты дурак, Артём? Если я умру, это будет жопа. Вот кто это сделал? Кто это сделал? Вот зачем? Если я сдохну, если бы я сдохнул бы, я бы просто орал бы. Просто зачем, зачем так делать? Так, еще один человек, надо, чтоб поспал. Сильный лучок. Так зачем в меня стрелять, сильный лучок? Так. Все. Дорога готова. Вот что ты делаешь? Ладно. Так, типа... Да ты дурак, Артём! Не мешай мне! Хватит меня, сука, стрелять! Флор, твоя шиза заразна. Теперь ей болеет весь сервер. Пикачу, все, приходи. Вот, это твоя территория. Вот она. Все, просто приходи сюда и строй здесь дома. Так, теперь я, наверное, буду лирику делать. Ну, можно из дерева. Блин, не, бро, сорян. Мы уже решили, уже, смотри, уже Артём свой дом снес. Ты свой дом снес. Флор свой дом снес. Да отстань, что тебе надо, Артём? Мы уже решили, поэтому сорян, бро. Ну, реально. Да, боже, Артём, ты меня достал, ну хватит. Я тебя из города выгоню. Я тебя реально сейчас из города выгоню. Ты с ума сошел? Ты что делаешь? Здесь и зрители, всем привет, ребят. Что, что ты творишь? Это реально, это ненормально, реально. Что он творит? Хорошее название для города. А? Нюхай бобру. Я тебе сказал, еще раз ты так сделаешь, я тебя из города выгоню. Потому что это реально, это не смешно. Это не весело, это не круто. Это, во-первых, это кринж. Ты ведешь себя как реально маленький дурачок. Успокаивайся давай. Так, что я хотел сделать? Вот меня сбили. Твой модератор так, такой пакости, да реально, он еще и мой модератор, вот этот чел. Так, ладно, шутки шутками, погнали дальше делать территорию. Сейчас мы сделаем территорию для лирика. И 12, все. Сколько еще? 10 блоков получается. Мой модератор красава, он такие пакости не делает. Правда, он редко ходит раньше. Да не, Артём, он нормальный модератор, он просто иногда херней страдает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. 50 на 50. И еще 50 мне вон туда делать. Охренеть. Йоу! Стопэ! Это в план не входит. Это не входит в план. Разрушение территории. Это не входит в наши планы.